What are you doing? Hmm? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. Здорово, ребят, здорово. Приветствую смотрящих. Гнида любимая, почему так мало сегодня будет? Сегодня вообще не должно было быть. Тварина борзая моя родная. Пролага не было. Катка со штурманом, поехали. О, я догадываюсь, где он под центральной скалой. То есть его с этих, с бревен надо сейчас чекать. Жаль, это не штурман. Жаль, это тоже не штурман. Так, если эти сидели там, где штурман тогда? Не будет ни того, ни другого. Боюсь. Да, штурман мертвый. Так он еще и разлутанный при этом, ошалеть. Просто я не знаю, вот реально какие-то профессионалы прибегают прямо на лицо штурману, убивают его и не агрессивно убегают. Ну ладно, побегаю еще 10 рейдов, поищу его. Я же местная мать Тереза, мне ничего не жалко для работяг. Кому там надо штурман, приходите, забирайте. Я так почищу за вами, что останется. Как же иногда хочется просто что-то купить на барахолке. А нельзя. А кто-то не может даже купить себе Payday 3 в Steam из-за региональных ограничений. Все бы так, если бы не ребята из Steam CoupiCode Games, которые помогут вам с покупкой любой игры для Steam. На сайте самый большой выбор игр на всем рынке. Они буквально собрали весь Steam. Также это легко, быстро и безопасно. От вас нужно выбрать желаемую игру. Тут даже есть категория «Недоступно в РФ». Это игры, которые недоступны в нашем регионе, но благодаря CoupiCode мы можем их получить. Допустим, мы хотим предзаказать День расплаты 3. Выбираем регион Steam, он должен совпадать с выбранным регионом игры. Вставляем ссылку на свой профиль Steam. Тут гайд, если вы не знаете, где эту ссылку взять. Вводите промокод JOINGAMES, который сделает вам 10% скидку на абсолютно любую игру. И все. От вас остается лишь провести оплату и потом принять вашу игру как подарок от бота. Уверяю вас, на CoupiCode самые низкие цены на покупку игр гифтом на рынке. Ниже, чем на других площадках. Вы скажете, что можете делать это через Kiwi, но я вас разочарую. С моим промокодом на 10% покупка выйдет дешевле. Вы можете купить любую игру, доступную в Steam для российского, казахстанского и турецкого регионов. Не нужно покупать гифт-карты, передавать данные учетки или создавать новые аккаунты. От вас требуется лишь ссылка на ваш профиль и любая игра. Даже та, что недоступна в РФ, придет вам мгновенно даже на российский аккаунт. Бонусом вы можете авторизоваться с помощью Telegram или ВК и получить 50 бонусных рублей, а за пост ВК еще 25 рублей. При этом для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждую покупку. Если вас заинтересовало мое предложение, а вас оно должно было заинтересовать, переходите по ссылке в описании или закрепленном комментарии. У нас опять штурман в катке есть, если что. Я кого-то видел. Да, страшно. Он за бревнами, да, наверное? Во. Ну, пожалуйста, ну подыграй мне. Это был он, но у меня руки так шатало, просто пиздец. Ебать! Прямо там в траве бегает. Да, он на временках сидит, убил бы уже меня давно. Сука. Почему ты в упор ко мне бегаешь, мудила? Блять, я его в тело убил. Я не знаю, это было просто изи, вот изи попытка была бы сейчас. Надо тренироваться. Какой вывод еще можно сделать? Ладно, будем надеяться, нам третий рейд опять дадут штурмана. И мы просто заходим на ноге и с первой сразу изи задание готово к завершению. Вот просто выхожу в центр, вижу... А чё мы на таких поздних таймингах тут делаем? Ого, он тут наубивал. Слушайте, я какого-то гигачада, походу, приструнил сейчас. 71 метр. То есть даже если бы я ему в башку класснул, это было бы не то. Есть!
Не дернуло, пацаки. Что-то ледуху забыли мне тут поставить. Я вроде заказывал ледуху, но про мой заказ, походу, забыли. Тут кого-то хлопнули. Чего? Его обычный бот убил? Блять, говном с канализации завоняло. Ребята, домашнее задание, слушаем. Как по пролагу узнать наличие босса? У тебя начинается рейд, 10 секунд проходит, когда 48 секунд на таймере. Если тебя дернуло, босса нету. Убить Тагилу оружием ближнего боя. Если сделаешь, задоначу 50. Убить Тагилу оружием ближнего боя, если сделаешь, задоначу 50к. Чел подписался зерновкой. Я не верю, что это зерновка. Зерновка в Таркове? Ну теперь чуть побольше верю, да. Давай одну попытку, чисто вот ради себя, ради интереса. Я с одной попытки если сделаю, то ладно, если нет, то забью. Эта барыга просто не попадется, вот как назло. Три ЧВК зарезать на заводе? Да, братан, я до них добежать не успею. Либо это нужны, чтобы актеры попались. Еще раз условия. 5 рейдов на завод. 3 ЧК оружием ближнего боя за 15, если убьешь Тагилу 50. Блин, а если я и то сделаю, это вообще плюс зарплата? Спаун дерьма. Так, Тагилы нету, походу. Ну кайф, массенист. Оу, щит. В смысле, найн? Yes, 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 girl. Блять, гир очень тяжелый, пиздец, просто минус вся стамина. Это что за хуйня? Блять, стамина! Сайга на барабане. Если б сайга на пятерниках или десятниках была, еще ладно, но, блять, на барабане. Второй. Так, 15к есть. Еще один. Какое дерьмо. Ну вот опять же, вот я зарезал пока что чисто кириешек одних. А, все. Зерновка, я пошутил, конечно, знатно. Но свое слово я держу, ждем Тагилу. Бро, я знал, что это не зерновка. Это, блядь, ну какой зерновка в Таркове, вот серьезно. Спасибо большое за 15к. Он есть. Не трогай его! Он даже не смотрит на меня. Я трахну тебя в твою жопу. Бля. А нельзя написать Тагиле здорово, сколько хп оставил? Бля, этому я в живот попал. О, не повезло. Ребят, слушайте. О, бля. Пиво? Нет, кам. Давайте я заспавнюсь под офисами, и он будет тоже где-то на лестнице. Я ему флешечку профилактическую в колено и тупо... Топорика! Ты не можешь как-то ровнее ходить? О, он есть! Он есть! Он есть! Нет!
О, я не верю. Это он. Спасибо, тут уже друг твой пожрал. Бля, у меня руки дергаются. У меня сердце колотится, руки дергаются. Ах, почти. Бля, я просто... Я не верю от того, что это получилось. Я вот... Я не верил. Блин, я не могу. Бля, не наебал. Байфокси, спасибо тебе за 100. Ну, в смысле, не за 100, а за челлендж. Просто плюс 75к. У меня даже слеза пошла немножечко. Вы поймите, какая сумма на кону и каковы шансы были. У меня же не макс сила, я не могу ваншотнуть босса. Фух, спасибо тебе огромное, Байфокси, за челлендж, что сдержал слово и что подогрел интерес, и что пошел навстречу в плане условий, типа, если босса не будет. Мое уважение! Джоин в прошлом вайпе полгода делал с Джейки, теперь полгода будет делать штурмана. Ебади! Лайтвейт. Я не так давно кое-как полюбил эту локу, хотя раньше ее не любил. И кому-то это, видимо, не нравится. Кто-то такой сидит и думает, опять эта мразь в мой лес пошла. А ну-ка, блять, на-ка тебе дожару с туманом. И лут мы ему еще открутим. Понятно. Найс челик поиграл. Мне кажется, сейчас будет от него правая кнопка Тарков удалить. Всего лишь хотел солеву. Ну, и я всего лишь хочу трахнуть молодую Мэри Поппинс. Но каким-то вещам не суждено сбыться. Я Мэри Поппинс, если что! Давай вебку врубай, огр пещерный. Давай пол мульта кидай одним донатом. Гоблин нищий. Так и быть, один стрим посижу с вебочкой. А за 100 рублей? За 100 рублей могу АСМР отрыжку сделать. Чайную. Ну как там с деньгами? Рыгай. Ну привет, обалдую, на теле, раскумайтесь. А, блядь, сука, расшевелились ноздри. Балдейте. Пробежал. Ну и чё? Смайл фейс. Как выкупить битки? А зачем их выкупать? На колях они тебе надо. Я битки только продаю. Я не люблю Киркорова и битки. Вы чувствуете, что я сейчас это сделаю? Вот оно, мне кажется, это оно. Жаль, конечно, этого добряка. Он с задержкой лютой сдох. Да-да-да, жахает. О, активировались. А это сам штурман, кстати. А зачем на меня бежать? Объясни мне, животное. Придется убивать, парни. Да-да, посрать. Седьмой штурман пусть будет, пофиг. Там просто тип какой-то подвалил с рассаской глушеной, плюс-минус. Ну его в баню. Слушайте, а что если вот на бункере есть биточек? Да, вот посетила меня мысль. А что если там биток есть? А потом сижу и думаю, а что если там есть... Слава 228 Рус, который тупо сидит полчаса и ждет, как бы кто к нему на скалу тупо поднялся. Пока люди карателя делают кайфовое СВД, хуй магазы продавать на нее. У кого-то горе, а я зарабатываю. Здорово, можно я приду к тебе покакать? Да, конечно. Ты как, в унитаз или в раковину хочешь? Или в пакетик, чисто под дверью. На плиту. А я ж рассказывал, да, у моего кореша в общаге кто-то на плиту насрал и размазал говно по комфоркам. О, нихера там ботов. Я думаю, это двойка новичков идет. Да чё за понос, блять, эти сапсоники не дамажат. Охереть, сколько их тут. Ау!
Куда ты собрался, дебил? Может, через МЧС-ку или духу зацепим? Я думаю, нас убьют в этом рейде. Как играть на карте лес, тут по КД шкерятся все. Ну ты же видишь, как я играю. Записывай. Бери заметки. Заведи блокнотик с цветными вкладышами. Купи там зеленые и оранжевые маркеры. Делай распечатки, вырезки. Уберись в подъезде, блять. Преклонись к земле, сука. Уолтер. Убери свою М700 подальше, Уолтер. Я не буду спавнить штурмана сейчас. Я смотрю, ему там ничего не мешает, да, через кусты прошивать, каждую пулю попадать в меня. Он там сидит на камне где-то. Голова глаза сейчас даст. Да не, он вслепую накидал, просто повезло. Хера он там тапает. Неужели вы думаете, что между нами что-то может быть? Бля, сапсоник момент, я ему дал в лицо, у него забрало, втанчило. Я умер, походу. Ну, естественно, сейчас же попадет. Ну, конечно, сейчас он же попадет, блядь. До этого просто ничего не попал. Выдолби штурмана с ПМ или слабо? Да вообще не слабо, кстати. Охуеть! Монтажер, не вздумай мой донат вставить в нарезку. Так, братан, монтажер, вот этот донат обязательно вставь. Дело сделано! Ну вот, пора уже. Ну давай, старина, ну давай, блядь, народ ждет. Сколько можно? Да ты гонишь. Чат, ну вы вообще довольны, как бы, шансом спауна этого ублюдка? Я надеюсь, вы кайфуете. Mistakes were made. Я вот думаю, заходите в МЧС-ку, блин, ну её нахер. Походу придется. Осау. Вот. Fight. Шмайт. Как он это делает? Как он мне просто в секунду выбивает руку-ногу? Как мне с одного выстрела постоянно две ноги выбивают? Ну и чё? Ну и чё ты теперь тут делаешь, а? Бля, что-то кекисы такие с этого бота ловлю теперь. Тупо когда лоплю в уху, он же завернулся в лаваш. Блять! Не ругайся. Если девушка медик, а мужчина мент, то ребенок у них получится медикамент. В Монголии монгол, в Чехии чехол. Бля, я сижу, улыбаюсь, как дурак. В Болгарии болгарка. А в Нигерии? Там по-другому. Бля, ребята, я не верю, это вообще, это, ну, это ненормально. Ладно бы я киллу фармил, но это, блядь, не килла, это штурман. Или ему Тагила передал, бля, братан, съебывайся с леса, потому что там этот шизик просто с ножом, с шампуром насаживает всех. Да ё-моё, чё ты мне бороду даешь? Это намек какой-то? Это знак. Короче, чат, смотрите, в следующий рейд мы идем с рыжей бородой, и он спавнится. А чё он меня пропустил так далеко? Бля, братан, тебе на эту картоху молиться надо. Боже, как же долго я ее пробивал. Просто не знаю, будто обсидиан деревянной киркой долбил в Майнкрафте. Ну да, у него друг был, блядь, второй тоже в кусте лежал. Просто вонючка даже не встала, не отомстила, пока я лутал. Ты пенис?
На такие вопросы бесплатно не отвечаю. А хотите, я буду 3 часа бегать в лес, в котором не будет штурмана? No. Ура! Я одел бороду, и он появился. Я же говорил, это знак. Знаки в Таркове — это не пустое место. Слушайте, подо мной как будто бы обычный бот. Это дефолтный бот, эти штурман. Нету штурмана. Капец, пустой центр без чеваков, идеальная погода, не было пролага, штурмана нет. Гуны? А, пойдем на гунов тогда. Рэпапа, 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 рэпапа. Да не, гайс, тут нечего ловить. А как такое вообще возможно? Что за понос? Как это называется? Пролага нету, нету ни гунов, ни штурмана. Да не вертись ты, животное. Служивый. Это было на грани провала, но мы справились. 3 часа! 3 часа! Уже 4-й час пошел. Это выдра один раз вылезла из своей норы. Щиты спалил. Вот это? Ну, бывает. За что? Буянов, Никита, тёзка. Оу, бой! Оу, бой! Sweet lord. My god, boo. I like it so much, I gonna act like a cat. Мяу. 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 4 часа игры, 0 штурманов. Ну, 1 в скобках. Если завтра он не будет попадаться в каждом рейде, то... то я ничего не сделаю, как бы. Ты терпила? Да. Давай. Спасибо, что пришли. Спасибо, что болели. Не помогла нам ни борода, ничего нам не помогло. Но последний рейд хоть на ремку порадовал. 600к плюс-минус. Все, этот... Кто посмотрел нарезочку, спасибо за просмотр, приятного аппетита, доброй ночи, счастья, здоровья, с днем рождения. Двигайтесь, пацаны, не останавливайтесь. Я пошел. Е-бади! Yeah,